Муравленковцы удостоены различных наград за трудовые успехи и в связи с профессиональными праздниками. Благодарность губернатора объявлена сотруднику компании «Газпромнефть-Ноябрьснефтегаз» Вячеславу Дешко. Почетными грамотами администрации города награждены Раис Шарафудинов, Ольга Бурнос, Олеся Попович и Валентина Лисковчук. Благодарственный адрес и диплом всероссийской акции «Добровольцы детям» вручен руководителю штаба волонтеров Тимуру Рахимову. Почетные грамоты и благодарностью законодательного собрания отмечены Раис Шарафудинов и Вадим Вагапов.